Вы видите оперативные съемки работы сотрудников спецслужб по пресечению противоправной деятельности межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов России. Преступная группа незаконно орудовала и в Тверской области. В Верхневолжье операцию проводили тверские сотрудники ФСБ и МВД. Следователями и оперативниками МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России по местам проживания подозреваемых одновременно проведены 43 обыска на территориях Москвы, Волгоградской, Новгородской, Ярославской и Тверской областей. В ходе них обнаружены изъяты документы, электронные носители информации, типографские бланки и печати органов государственной власти с признаками подделки, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Криминальный бизнес заключался в оказании услуг по незаконному получению иностранцами российского гражданства. Подозреваемые изготавливали для них поддельные миграционные документы, а также вовлекали в незаконные схемы россиян, которые за вознаграждение в размере до 50 тысяч рублей оформляли с иностранцами временные браки или регистрировали их в качестве отцов своих детей. После этого приезжие получали разрешение на временное проживание, вид на жительство или оформляли гражданство нашей страны в упрощенном порядке. 21 человек, организаторы и активные участники преступной деятельности, задержаны. В отношении 6 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 2 в виде домашнего ареста и еще 1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении других фигурантов процессуальные решения будут приняты в ближайшее время. Проблема незаконной миграции для нашей страны по-прежнему актуальна. Если вы располагаете информацией о противоправных действиях, звоните на телефоны доверия оперативных служб нашего региона. Расследование же этого громкого уголовного дела продолжается. Устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники деятельности криминальной организации.